Меня заинтересовала некая история. То есть они обратились ко мне с вопросом, что вот мы там 2 года, такая вот вещь, 2 года судимся с городом Челябинском и с прокуратурой по поводу того, что от нас требуют сноса, как кто-то считал, незаконно построенного здания. Ну, собственно, мы вмешались, вопрос решили. Но напоминаю, они все время работали с прибылью, а прошлый год с убытком. Я думаю, что это наша работа, что они отработали с убытком. На мои вопросы, собственно, а что происходило-то? Почему? В чем был конфликт? Я хочу разобраться вот, по сути-то своей. В чем конфликт-то был? Ну вот мы думали, что вот это пристрой, а нам сказали, что это самостоятельное здание, мы вот что-то там строили, мы что-то там делали, как-то не так, как-то не вот не эдак. Земля ваша? Наша. А что? Вот здание, зашел в здание. Ну я что, я ж, собственно, промышленник и инженер, собственно, ну, понимаю, что они там делают. И зачем строили? Вот мы будем делать технику, бульдозеры будем делать, дистанционным управлением. Показали, собственно, этот бульдозер, он действительно реально управляется дистанционно. Техника. 2 года судятся. Но мы должны делать выводы из таких вещей, да? Они ведь ничего от нас не просили все это время. Он строил за свои деньги, на своей земле. Ну, предположим, я даже допускаю, что он что-то там неправильно оформил. Я допускаю, что он как-то влез в стройку раньше, чем, собственно, написал какую-то бумагу. Я допускаю все это. Наверное, вы были правы все. Все были правы. Только он строил, понимаете? Он формирует добавленную стоимость. А мы все... Вместо того, чтобы сотрудничать с ним, да, и радоваться, что он строит, мы все с ним вот спорим, да. И мы же дошли до того, что ты снеси его, это здание. Ты возьми его и снеси. Все, все процессы он остановил и с нами судился. И мы бы, конечно, победили бы его. Это, ну вот, если бы не включились бы по-хорошему, мы, конечно, если бы мы просто бы, условно говоря, на стоп свои требования не поставили, мы бы, конечно, его победили. Очевидно. Что такое 200 миллионов реализация? Что такое 200 рабочих мест? Да что это? Ерунда все. Кстати, компания поставляет продукцию в Сингапур, чтобы было понятно. То есть вот он с Сингапуром договорился, да? А в Челябинском договориться не смог. С Сингапуром договорился? С Сингапуром. В Европу поставляет, а с Челябинском договориться не смог. Вот, коллеги, этот резонанс вызвал у меня такой серьезный резонанс. Вот он во мне вызвал такой вот резонанс. Вот такой вот. Мне действительно возникла какая-то дрожь. Мы понимаем, вообще говоря, чем мы занимаемся или не понимаем. Мы понимаем, что по сути своей именно они являются вот этим объектом, который даже не управление. Это наши партнеры. Понимаете, это наши партнеры. То есть, а как партнер я должен был действовать по-другому. Предположим, он ошибся в чем-то, да? Я ему скажу, слушай, ты неправильно оформил документы, давай мы тебе поможем их переоформить, давай мы сделаем так, как это правильно. Да, наверное, все это так и есть, что он сделал какие-то вещи неправильно. Я с этим не спорю. Я глубоко в это не погружался. Но я считаю, да, что наша задача, не только там эти дотации давать, там, компенсировать и все остальное. Наша задача быть партнерами, сформировать вот этот вот навык быть партнерами этому самому малому, среднему бизнесу, большому бизнесу, быть партнерами. Уважаемые коллеги, если мы не в конце концов не станем вот этими партнерами для вот таких людей, вот для таких точек роста, вот для этой травы, которая вот начинает пробиваться, мы ничего, тут будем тут собираться, вот бесконечность, до бесконечности будем тут собираться, друг другу рассказывать, как мы, в общем-то говоря, боремся с кризисом, но ничего не сделаем. Я вот не уверен, что до меня, там кто-нибудь из тех, кто спорил так активно в судах, был, не уверен,
Что вот они приехали, увидели, что добросовестные люди. Сколько у нас, кстати говоря, построено с ошибками и без каких-то первоначально правильно оформленных документов торговых центров? На тысячи квадратных метров. На тысячи. На земле, не принадлежащей никому. Сколько построено? Только они умели ходить, а эти не умели. Что такое партнерство? Совершенно практическая задача. Мы им помогаем, понимая, что вместе с его, сказать, ростом, с капитализацией его бизнеса, с его, не знаю, дивидендами, мы начинаем получать отдачу в виде налогов. Вот, по сути, сутевая часть-то. Вот она, сутевая часть, резонансная часть, уважаемые коллеги.